Друзья, всем привет! У нас с вами новая модель. Это у нас КБ-408, масштаб 1 к 50. Выполнен он в таком вот цвете, серой стрелой и вот с такой вот кабиной. Сразу опережая все вопросы, кабина получается от 405 крана. Но на КБ-шках кабину можно поставить абсолютно любую. Поэтому не задавайте сразу вопросов и говоря, что «Ой, это не та кабина, ля-ля-ля-ля-ля». Для понимания, да, мы называем, что 405-го, но по сути кабины универсальные. Поэтому вот так. Такая вот у нас модель. Вот. У нас вот она выполнена в таком вот виде, по прототипу. Вот, находящемся у нас в Нижневартовске есть такой прототипчик. Тоже у него серые тележечки, бордовый шкаф. Серая стрела, вот такая вот, напоминаю, кабинка. Здесь даже добавлен ящик. Вот. У нас, как, в общем, как обычно, все работает. Поворот у нас работает. У нас с вами работает каретка. Вот. Вот так вот. Масштаб 1 к 50, напомню. И вот такой вот кран. Он у нас разбирается для доставки и прочего. Сейчас я просто не разбираю. У нас секции вот разбираются по две части. Стрела снимается. Ну и вот весь мой вот этот вот полиспаст, он тоже, разумеется, снимается. И так далее. И, кстати говоря, вот что я еще хотел вам рассказать. Многие, когда заказывают, если кран хотят, да, и, например, хотят гусеничный кран или копор, вот, я говорю, что, в принципе, копры и гусеничные, вот, лучше заказывать в 1 к 43. Как-то так лучше. И, в принципе, с 1 к 50, сейчас подправлю, они смотрятся хорошо. Я вам сейчас как раз таки покажу. У меня тоже вышел новый копор. Вот такой вот копор у нас. Это КГ-12. Масштаб 1 к 43. И вот, в принципе, вот на фоне крана, по-моему, выглядит вполне достойно. Такая вот у нас с вами получается здесь советская стройка. Вот. Это вот копор тоже мне заказали. Я же тоже делаю копры, делаю гусеничные краны. Ну, конечно, в основном я по башенам. Вот такие дела, ребят. Такой вот кран, такой вот копор. Обязательно ставь лайк, обязательно подписывайся на канал. Впереди еще много-много видео и смотри.